Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами рассматривать интересные перспективные проекты. Сегодня у нас на очереди проект Social. В принципе, по тех части мы уже с вами разговаривали, мы уже изучили его вдоль и поперек. А сегодня хотелось бы рассказать вам о том, что Social сейчас проводит очередной конкурс совместно с биржей KuCoin. Ознакомиться это можно в Твиттере. Официальном твиттере проекта Social. Вот здесь есть достаточно интересный твит, в котором говорится, что они разыгрывают собственно 230 тысяч токенов Social за простые действия. Вот, давайте откроем статью и, собственно, уже рассмотрим ее более подробно. 19 июля был запущен этот конкурс совместно Social и KuCoin. Кстати, на секундочку, биржа KuCoin является топ-6 криптобирж по капитализации. Сам конкурс продлится ровно неделю, то есть окончание у него будет 26 июля 2022 года. И общий пул наград у нас является 230 тысяч токенов или 30 тысяч долларов. Вот, то есть достаточно хорошая награда, шансы победить есть у всех, и также есть несколько номинаций, скажем так. То есть есть вариант квиза, здесь вы отвечаете на вопросы, которые вам подготовили разработчики. Стоит отметить, что вы участвуете в розыгрыше пула только в том случае, если ответите на весь квиз правильно. То есть если будут ошибки, то, к сожалению, награды вам не видать. Также нужно будет подписаться на все социальные сети. Ну, я думаю, если вы следите за проектом, то вы уже это сделали, ну, достаточно давно. Второй момент – это у нас соревнование трейдеров. Здесь у нас также пул 100 тысяч токенов, что, опять же, 14 тысяч долларов оценивается. Я считаю, что это более чем хорошая награда. У нас идут места с 1 по 25. Все эти 100 тысяч будут поделены между, собственно, рейтингами. Если у вас торговый оборот, покупка и продажа, да, там будет входить там, с 1 по 3 место, то, соответственно, вы заберете основную часть пула. Вот. Также есть трейдинг у нас также buy-sell. Это у нас активные трейдеры. Вот. И также есть еще награда в 50 тысяч токенов. Это пользователи, которые прошли KYC первого уровня на бирже KuCoin, также покупка-продажа, и составляет не менее 700 токенов Social. В валютной паре к USDT, вот, соответственно, 50 тысяч долларов они разобьют между всеми участниками. Также есть небольшие примечания, ну, собственно, больше ничего интересного здесь нет. Я думаю, все предельно понятно, кто хочет получить награду. У вас еще есть время до 26 июля поучаствовать в конкурсе и, собственно, попробовать забрать какую-то награду от проекта. Также напомню, что Social — это у нас социальная сеть, которая будет работать на блокчейне Solana. Тут у нас все конфиденциально, все анонимно и прочее. То есть социальные сети не стоят на месте, развиваются. Ну, на самом деле, Social — это одна из первых социальных сетей, которые это демонстрируют. И я думаю, в скором времени мы уже с вами сможем рассмотреть готовый продукт, пощупать его, потрогать и уже непосредственно протестировать. Вот такой небольшой обзор был. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будем следить за данным проектом дальше.